Придать особенный шарм и ощущение новизны призвана вся мебель студии «Дель Соле». Сегодня особое впечатление на посетителей произвела коллекция «Флоренс» фабрики «Фрателли Барри». Это гостиная – итальянская новинка, которую отличает богатство исполнения и изысканность отделки. Необычные линии, обилие зеркальных поверхностей, роскошная обивка превращают данные предметы мебели в произведение искусства. И все же это арт-объекты, которые украсят любой интерьер. А узнать, что такое императорский сон, можно на новой модели кровати из утонченной коллекции «Римини». Эстетический восторг вызывают чистота линий и сочетание современной классики с духом романтизма. Неповторимую же игру цветовых эффектов здесь создает уникальная отделка. Приобрести такую европейскую мебель вполне реально. Цены, что удивительно, весьма демократичны. Только в рамках этой выставки от нас действует специальное предложение, скидка 20% на все коллекции фабрики «Фрателли Барри», а также на новинки «Римини» и «Флоренс». А еще студия мебели и интерьера «Дель Соле» – это кухни, столовые группы, гардеробные, авторские зеркала, интерьерный свет, дизайнерские вентиляторы и даже ретро-лампы. Ассортимент «Дель Соле» позволяет полностью комплектовать любые, даже самые сложные и претенциозные проекты. Работа в основном строится на сотрудничестве с дизайн-студиями и частными дизайнерами интерьера. Особый шик – это дизайнерские ковры, в том числе ручной работы из шерсти, вискозы и бамбука. Ценовой диапазон совершенно разный в зависимости от техники их плетения. Ковры на самом деле уникальны, эксклюзивны. Есть вещи, которые вообще в единственном экземпляре. Если вы приобретете такую вещь, это будет вложение, и можно будет передавать их из поколения в поколение. Главные по интерьеру, то есть студия мебели и интерьера «Дель Соле», на выставке «Мебель и интерьер» до 9 апреля включительно. Инга Габеш, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.